ЗАО «Совхоз имени Ленина» уже второй год продолжает сотрудничество с оператором фитнеса «LubiFitness». Эта компания на рынке с 2003 года входит в топ-5 ведущих фитнес-операторов России, имеет 23 собственных проекта и продолжает активно развиваться. Жители совхоза «LubiFitness» еще хорошо известны своими социальными программами и организацией спортивно-оздоровительных праздников. Новогодние праздники «LubiFitness» организовала сразу несколько таких мероприятий. 4 января наступившего 2022 года при поддержке частного учреждения «Культурный центр» совхоза имени Ленина на катке совхоза, что на территории прудов, состоялось увлекательное мероприятие, на котором Дед Мороз и Снегурочка в игровой форме поучили ребятишек приемам фигурного катания на коньках. Они организовали конкурсы, водили хороводы и загадывали загадки ребятишкам. В конце всем без исключения раздали сладкие подарки. Дети и их родители были довольны происходящим и охотно делились полученными впечатлениями. Отличное настроение, праздник для детей хороший, детям весело, здорово. Все супер. Понравился праздник? Конечно, детям праздник. Но руки не отпускают. Спасибо, побольше таких праздников. Устроили нам праздник каждый день. Поздравляю всех жителей совхоза. Здравствуйте! У нас сегодня именины. Как вас зовут? Настя! Мы двое. Я хочу всех поздравить с Новым годом. И огромное спасибо сказать за вот это великолепие для детей и взрослых. Спасибо Павлу Николаевичу Грудинину, всем сотрудникам совхоза имени Ленина, его единомышленникам за то, что наши зимние каникулы по-настоящему волшебные. Спасибо огромное. С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! Да, Полина, смотри? Здорово, скажи. И Дед Мороз, и Снегурочка. Всем счастья, да, здоровья и удачи в новом году. How your mood? I'm very good. I'm freezing. Мороженое. Из Израиля. Сосед. В зиму попал, Новый год встречать. Очень, да. Запомнит на всю жизнь, сказал. I say it in English, so I wish to everybody a very nice holiday and a very good year. С Новым годом вас! Спасибо! С Новым годом всех поздравляем! Дедушка, скажи, пожалуйста, пару слов. Дедушка хочет всех поздравить с Новым годом, пожелать счастья в Новом году, чтобы вы всегда верили в чудеса и ваши мечты исполнились. Они обязательно исполнятся. С Новым годом вас! С Новым годом! Давайте 3-4. Спасибо! 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 С Новым годом! С Новым годом, совхоз! Ура! Ура! А меня? Почему? Другое мероприятие – новогоднюю елку. LubiFitness провел накануне в уникальном физкультурно-спортивном комплексе, расположенном в совхозе имени Ленина. Феерическое представление с участием персонажей полюбившейся взрослым и детям сказки «Алиса в стране чудес» состоялось в акваотделении спортивного комплекса, построенного на средства народного предприятия. На празднике присутствовало более 150 детей. В организации этого представления LubiFitness помогали театр на воде «Art and Water», Тесла-шоу и световое шоу коллектива «Пандора». Посетивший это мероприятие директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин поздравил всех с наступающим Новым годом. Очень приятно, что в наших, скажем так, различных культурных и спортивных клубах проходит новогодний елка. И одна из самых лучших елок – это елка в LubiFitness. И каждый год дети приходят сюда и радуются. И тут очень интересные всякие мероприятия проходят.
Спасибо большое, что много интересных вот этих мероприятий проводится нашими друзьями. Я поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья, приходите на наши мероприятия. В прошлом артистка хореографического балета Дмитрия Пескова, а ныне педагог-хореограф, постановщик миниатюр Татьяна Поротникова представила нам персонажей удивительной сказки «Алиса в стране чудес», которые в этот вечер подарили множество эмоций пришедшим на праздник. Сейчас проходит фотосессия с самыми главными героями. Это наши карты. Это же кролик, обратите внимание, чеширский кот. Конечно же, шляпник. Ну, а какой новогодний праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Дорогие наши, спасибо вам за этот праздник. А мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем вам всего самого наилучшего. Приходите к нам в гости, приводите своих детей. Мы всегда вам рады. Мы очень довольны. Праздник замечательный. Пусть все будут здоровы, все дети. И пусть у них будут подарки. Выступали хорошие актеры. И выступили замечательно. Настроение подняли. Это шоу было очень крутое. Ну, понравилось. Очень веселое. Особенно Снегурочка с Морозом. И все было хорошо. И это самый крутой бассейн. Все очень интересно. Особенно выступление с электрошокером. Очень было интересно. Тут все прикольно. Подарки очень сладкие. И мне понравились актеры. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. И в Новом году желаем всем самого главного. Это крепкого здоровья. Любви. Не переставайте верить в чудеса. Мяу. Волшебных праздников вам. Здоровья, любви, счастья, исполнения своих желаний. И тигристого настроения. Мяу. С Новым годом! Мы желаем всем нашим зрителям хорошего настроения в 2022 году. И благодарим Люби Фитнес, который сумел объединить вокруг здорового образа жизни около 7400 человек, ставшими членами клуба в прошлом году, за здоровые и позитивные эмоции, подаренные в эти сказочные новогодние дни. С вами был ТВ Совхоз. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас финансово. До новых встреч!